30 апреля 1945 года в подземном бункере в центре Берлина закончил свою жизнь нацистский диктатор Адольф Гитлер. Его тело, найденное советскими войсками, было обезображено огнем. Опознать фюрера удалось лишь по челюсти, благодаря задокументированной зубной карте и по показаниям тех, с кем Гитлер провел последние недели существования Третьего Рейха. Но странные обстоятельства, при которых умер самый жестокий диктатор в истории, до сих пор не дают покоя конспирологам. Они уверены, что все доказательства его смерти – фальшивка. Так как же на самом деле закончилась жизнь Адольфа Гитлера? Куда делись его останки? И мог ли он сбежать из осажденного Берлина в Аргентину или на Южный полюс? Подписывайтесь на «Теорию всего» и жмите колокол. Сейчас все расскажем. Теория всего. Тысячелетний Рейх. Адольф Гитлер пришел к власти в Германии в 1933 году на фоне глубокого экономического и политического кризиса в стране. Государство оказалось в полной изоляции после поражения в Первой мировой войне. По Версальскому мирному договору Германия лишилась 10% довоенной территории и всех своих колоний, которые в том числе приносили ей огромное количество ресурсов, а также обязалась выплатить весомые репарации странам-победительницам. Все это подталкивало инфляцию внутри страны, а ее население чувствовало себя униженным и оскорбленным. На этих чувствах и решил сыграть Гитлер. Фюрер обещал людям вернуть утраченные Германией территории, а также завоевать новые для расширения жизненного пространства. Он собирался построить тысячелетний рейх, в основе которого лежала идея о высшей арийской расе. Немецкий народ-господин в его представлении должен был править миром, а низшие расы – негроиды, монголоиды, славяне, евреи и цыгане – стать рабами или быть уничтожены. К осуществлению своего плана Гитлер приступил в 1936 году. Сначала, вопреки условиям Версальского договора, он ввел в Германии всеобщую воинскую повинность, начал программу перевооружения и строительства флота, затем занял Рейнскую демилитаризованную зону, аннексировал Австрию и часть Чехословакии. В сентябре 1939 года войска вермахта беспрепятственно вошли в Польшу, начав тем самым Вторую мировую войну. Немецкий диктатор действовал жестко и решительно. В июне 41-го, несмотря на пакт о ненападении, он без объявления войны вторгся в СССР, а к 42-му году в его руках была практически вся континентальная Европа. Польша, Норвегия, Дания, Голландия, Бельгия, Франция и часть Советского Союза. Но в 43-м Красной Армии титаническими усилиями все же удалось переломить военную обстановку. Армия вермахта стала отступать, а через год союзники по антигитлеровской коалиции открыли в Нормандии второй фронт. Таким образом, к середине 44-го года Германия оказалась в кольце врагов. С запада к ее границам подошли американцы и англичане, с востока — советские войска. Двор в час поражения. Летом 44-го года большая часть немецкой военной верхушки считала войну проигранной. Но Адольф Гитлер не хотел и думать о возможности добровольной капитуляции. Из-за этого группа офицеров во главе с генерал-майором Хеннингом фон Тресковым задумалась о покушении на фюрера, чтобы затем на собственных условиях заключить мирный договор с Англией, Соединенными Штатами и СССР. «Важно начать действовать. Сейчас. Пока не проиграли войну. Иначе Германия навсегда останется гитлеровской.
Но это покушение, как и два десятка предыдущих, потерпело фиаско. Бомба, которую 20 июля в гитлеровскую ставку «Волчье логово» принес граф Клаус фон Штауфенберг, к несчастью, не сумела убить диктатора. Он отделался лишь контузией, легкими ожогами и параличом правой руки. С этого момента Гитлер стал еще более подозрительным и постоянно пытался вычислить предателей в своем окружении. А когда армия Рейха терпела очередное поражение и сдавала территории, он неустанно кричал об измене. Вместе с тем фюрер стал избегать публичности. Его приближенные вспоминали, что в тот период Гитлер превратился в нелюдимого отшельника. А своими вспышками гнева, которые прежде были ему не свойственны, он все чаще напоминал выжившего из ума старика. Кроме того, диктатора стало подводить здоровье. Он подволакивал левую стопу при ходьбе, сутулился, жаловался на боли в желудке и головокружение. После покушения у Гитлера усилилось дрожание левой руки и ноги. Некоторые врачи считали эти симптомы проявлением болезни Паркинсона. Другие списывали все на нервную истерию. К этому времени рейхсканцлер уже крепко сидел на наркотиках. По словам личного врача фюрера Теодора Мореля, во время войны он регулярно вводил Гитлеру метамфетамин. Пристрастился Гитлер и к инъекциям с оксикодоном, который получал несколько раз в день. Кроме этого, существуют документальные свидетельства, что в период с июля по октябрь 1944 года Гитлер 50 раз употреблял кокаин, а слез с него фюрер лишь после передозировки. Его лицо было как пепел. Его руки постоянно тряслись. Его глаза были стеклянными. Он горбился, как старик. Мне казалось, что в нем нет больше энергии жить дальше. Глядя на полубезумного фюрера, даже самые преданные его соратники дрожали от страха и искали пути к отступлению. Один из главных идеологов Холокоста, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, пытался вести тайные переговоры с разведками США и Великобритании. Альберт Шпеер, личный архитектор Гитлера, рейхминистр вооружения и военного производства, саботировал гитлеровские приказы и собирал доказательства своей непричастности к преступлениям нацистов. А главнокомандующий Люфтваффе и номинальный преемник диктатора Германии Геринг плел интриги и пытался занять место главы Третьего Рейха. 250 квадратных метров. По имевшимся у советских контрразведчиков данным, 16 января 1945 года Гитлер прибыл в Берлин и поселился в новой рейхсканцелярии. Под ней на глубине 8 метров был сооружен так называемый фюрер-бункер с 4-метровыми железобетонными стенами. Уже скоро, из-за участившихся бомбардировок, диктатор был вынужден перебраться туда вместе со штабом. Убежище, по оценкам исследователей, состояло из 30 небольших комнат и занимала площадь в 250 квадратов. Помещения были обставлены дорогой и изящной мебелью. В некоторых залах висели старинные картины. В бункере у Гитлера была целая квартира. Прихожая, гостиная, спальня его сожительницы Евы Браун и кабинет с небольшой библиотекой. Рядом с кабинетом располагалась комната для конференций, в которой диктатор проводил совещания с военачальниками. Фюрер-бункер был оснащен новейшей системой вентиляции. Электричество вырабатывал специальный дизельный генератор, а чистая вода для лидера Третьего Рейха выкачивалась из скважины. В момент, когда советские войска уже подходили к Берлину, в убежище помимо Гитлера и Евы Браун переехали личный секретарь фюрера Мартин Борман, министр пропаганды Йозеф Геббельс с семьей, а также представители обслуживающего персонала, в основном медики, секретари и телохранители. До 15 марта Гитлер периодически выбирался на поверхность, в свой кабинет в здании рейхсканцелярии, но массированные обстрелы немецкой столицы заставили фюрера эти вылазки прекратить. Выходить из бункера стало слишком рискованно. Диктатор сделал исключение только один раз.
20 апреля 1945 года, в день своего 56-летия, он поднялся в сад Рейхсканцелярии, чтобы вручить награды отличившимся в боях бойцам Гитлерюгенда. В эти последние дни жизни, по воспоминаниям адъютанта Гюнше, Адольф Гитлер вел привычный ему образ жизни. Работал он в основном ночью. До 13 часов Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе. Совещание. Примерно в 16:30 Кребс докладывал ему о положении на фронте. Затем продолжались совещания. В 21-22 часа – ужин. Затем до полуночи Гитлер отдыхал. В 2:00 снова проводились обсуждения положения на фронтах, продолжавшиеся до 4 часов ночи. Затем Гитлер пил чай и работал до 7 часов утра. Отто Гюнше, адъютант Гитлера. 22 апреля Гитлеру сообщили, что Берлин окружен. Но фюрер ничего не стал предпринимать. Он ждал контрнаступления группировки обергруппенфюрера СС Феликса Штайнера. Русские потерпят у ворот Берлина самое большое поражение, самое кровавое поражение в своей истории, заявлял тогда лидер Третьего Рейха. Но слабая, наспех сформированная малочисленная армия Штайнера не стала выступать против Красной Армии и отошла на запад. Обвиняя армию, эсэсовцев и народ Германии в предательстве, фюрер решил остаться в осажденном Берлине. Последняя надежда диктатора, 12-я армия под командованием генерала Вальтера Венка, уже ничего не могла сделать. Ее атака быстро захлебнулась на подступах к Потсдаму из-за сильного противодействия советских войск. Тогда Венк вместе с армией отошел на запад и сдался американцам. Свадьба в бункере. В ночь на 29 апреля 1945 года Адольф Гитлер нашел время для того, чтобы узаконить отношения со своей сожительницей Евой Браун. Церемония длилась считанные минуты и не была похожа на праздник любви. Днем до обитателей фюрер-бункера дошли мрачные вести из Италии. Военный союзник Гитлера Бенито Муссолини вместе с любовницей Кларой Питаччи был убит накануне партизанами-коммунистами. При этом тела были выставлены на всеобщее обозрение на заправке в окрестностях Милана. Когда фюреру предъявили снимки оскверненного дуче, он был шокирован и пришел в крайнее возбуждение. Взглянув на эту карточку, Гитлер забегал взад и вперед, руки его дрожали. Он стал истерично кричать, что никогда не сдастся врагу и что ни один злой немец не получит возможности осквернить его тело. Герман Геринг, вице-фюрер. После этого Гитлер объявил ближайшим соратникам, что вместе с Евой Браун собирается добровольно уйти из жизни. Он убил свою эльзасскую овчарку Блонди и составил завещание. Оно состояло из двух частей – личной и политической. В политическом завещании Гитлер подвел итоги своей жизни и политической карьеры, а кроме того, возложил вину за Вторую мировую войну на иностранных политиков. «Я сделал слишком много предложений по сокращению и ограничению вооружений, которые потомство никогда не посмеет отрицать, чтобы ответственность за эту войну можно было возложить на меня. Кроме того, я никогда не хотел, чтобы после первой злосчастной мировой войны возникла вторая, против Англии и даже Америки». Из завещания Адольфа Гитлера. Гитлер также изгнал из партии и снял со всех госпостов Германа Геринга и Генриха Гиммлера. Они обвинялись в попытке захвата власти и переговорах с противником. Преемником лидер Третьего Рейха назначил главнокомандующего вооруженными силами нацистской Германии Карла Дёница. В личном завещании Гитлер сообщил о причинах добровольного ухода из жизни вместо позора капитуляции и попросил кремировать его вместе с супругой Евой Браун. В документе также было объявлено о передаче ценностей и предметов обихода родственникам и верным сотрудникам. Коллекцию произведений искусства фюрер завещал галерее Линца –
а все остальное имущество нацистской партии. По свидетельствам личного адъютанта диктатора Отто Гюнше, 30 апреля Гитлер попрощался с лицами из ближайшего окружения и вместе с Евой Браун удалился в свои апартаменты в бункере. Через некоторое время Гюнше вместе с Борманом решились войти в его комнаты. К этому моменту фюрер был уже мертв, его висок обогрело кровавое пятно. Рядом с ним находилось тело Евы Браун, на котором не было видимых повреждений. После этого, по свидетельствам очевидцев, адъютант, слуга фюрера и часовые якобы завернули тела в одеяло и вынесли в сад, где те были облиты бензином и сожжены. Сам процесс был подготовлен Гитлером еще при жизни. При этом состав участников событий у разных свидетелей отличается. Наш фюрер Адольф Гитлер погиб сегодня днем на своем рабочем месте в Рейхсканцелярии. Он до последнего вдоха сражался против большевизма и за Германию. Через несколько часов после смерти Гитлера Геббельс вместе со своей женой решили последовать за своим фюрером. Вместе с собой они забрали и своих шестерых детей. Сталинская тайна. Рано утром 1 мая последний начальник штаба Верховного командования сухопутных войск Вермахта генерал Ганс Крепс с белым флагом в руках вышел к командному пункту 8-й гвардейской армии в Берлине и потребовал встречи с командующим, которым на тот момент был генерал-полковник Василий Чуйков. На хорошем русском языке Крепс сообщил: «Фюрер погиб, а он сам уполномочен вести переговоры», поэтому вручает Чуйкову письмо за подписью Геббельса. В письме сообщалось, что немецкое руководство просит прекратить огонь, чтобы обсудить детали предстоящего перемирия. Чуйков немедленно связался с командующим Первым Белорусским фронтом Георгием Жуковым. Тот выслушал и тут же отправил телефонограмму Сталину. Но советский генсек отказался от перемирия с нацистами и усомнился в полученных сведениях о судьбе их лидера. Он потребовал найти неопровержимые доказательства. Искать фюрера, живого или мертвого, отправили сотрудников отдела СМЕРШ, 3-й ударной армии, военной контрразведывательной организации. Из показаний плененного в уличном бою эсэсовца разведчики узнали, что в последнее время Гитлер скрывался в бомбоубежище под Рейхсканцелярией. Красная армия взяла здание правительства 2 мая. Разведчики тщательно изучили прилегающую территорию, все постройки и помещения бункера. В первый же вечер они наткнулись на обгоревшие трупы мужчины и женщины. Руководитель операции генерал-лейтенант Александр Вадис доложил в Москву, что повар имперской канцелярии, техник гаража, начальник личной охраны Геббельса и другие свидетели опознали в них Йозефа Геббельса и его жену Магду. Обгоревший труп мужчины имел явное сходство с Геббельсом по форме головы, чертам лица, протезу, который носил Геббельс на правой ноге, и остаткам обгоревшей партийной формы. А на теле женщины был найден золотой партийный значок НСДАП. Магда Геббельс была единственной женщиной, награжденной этим знаком отличия. На следующий день был найден еще один труп. На этот раз внешне очень схожий с Гитлером. В кителе с усиками убитый издали слегка смахивал на Гитлера. Его извлекли из котлована, и хотя тут же убедились не он, все же началось расследование. Но этот неизвестный успел породить среди журналистов легенду о двойниках. О нем писали, его снимали кинооператоры и охотно выдавали за Гитлера. Из мемуаров военной переводчицы Елены Ржевской. Уже 5 мая следователи обнаружили останки мужчины и женщины. Как отметил в своем докладе Вадис, трупы лежали в воронке под слоем земли, сильно обгорели и без каких-либо дополнительных данных опознать их не представлялось возможным. Тогда их перевезли в ящиках в клинику-госпиталь в берлинском районе Бух, где останки смогли изучить советские специалисты. Там-то они и пришли к выводам, что перед ними тела Гитлера и Евы Браун. Фюрер был опознан по челюсти с помощью найденной зубной карты и благодаря свидетельским показаниям дантиста и ассистентки-стоматолога. Эксперты также обнаружили в полости рта Гитлера и Браун останки раздавленных ампул с цианистыми соединениями. Точно такие же соединения содержались в телах Геббельсов.
Исследователи предположили, что рейхканцлер сначала использовал яд, а затем применил пистолет. Несмотря на убедительные доказательства гибели фюрера, Сталин публично продолжал отрицать факт его смерти. По одной из теорий, он все еще не был окончательно уверен в выводах комиссии и хотел заставить западных союзников подобным обманом раскрыть секретные сведения. Вероятно, поэтому трупы держали под охраной на территории размещения отдела контрразведки СМЕРШ и перевозили каждый раз, когда военные были вынуждены передислоцироваться. Сначала в июне 1945 года тела похоронили в берлинском районе Бух, затем перевезли в город Финов, после – в Ратенов. Наконец, в феврале 1946-го в городе Магдебург их закопали, как тогда казалось, окончательно. Так как о смерти Адольфа Гитлера так и не было объявлено официально, его имущество не могло быть распределено между наследниками. Начиная с 1952 года, Федеральный суд в Берхтесгадене опросил 42 свидетеля. По результатам расследования, факт кончины фюрера в указанный день был безоговорочно подтвержден. Свидетельство о смерти было выдано 25 февраля 1956 года с приложением отчета на 1500 страниц. В советские учебники истории информация о смерти диктатора вошла лишь в начале 50-х. Погоня за призраком. До сих пор смерть Гитлера представляет собой неисчерпаемый источник вдохновения для конспирологов и создателей псевдоисторических расследований. Время от времени в СМИ появляются публикации, в которых утверждается, что величайший злодей всех времен и народов сумел избежать наказания и умер глубоко пожилым человеком в окружении любящей его жены и детей. Еще в 1945 году в Польше капитан Люфтваффе Петер Баумгарт заявил на суде, что фюрер не погиб. По его словам, он лично доставил на самолете Гитлера и Еву Браун в Данию и получил за это вознаграждение в 20 тысяч марок. Правда, вскоре выяснилось, что Баумгарт страдал психическим заболеванием, и его словам нельзя было верить. С 1951 по 1972 год в американском журнале «Таблоиде» была опубликована серия статей, в которых утверждалось, что Гитлер выжил и бежал в Антарктиду. В предвоенные годы нацисты действительно интересовались освоением самого южного материка, а в 1938 году организовали двухнедельную экспедицию к земле королевы Мод. Во льдах они якобы построили тайную военную базу, куда и доставили рейхсканцлера в начале мая 1945-го. Подробнее о засекреченных экспедициях вермахта, зловещих культах, поиске магических предметов, которые могли бы помочь Гитлеру выиграть в войне и заполучить мировое господство, вы можете узнать в наших предыдущих сюжетах. В 2017 году ЦРУ рассекретило документы, которые подлили масло в огонь конспирологических теорий. В докладе рассказывалось о бывшем эсэсовце, который якобы встречался с Гитлером в Колумбии после окончания Второй мировой войны и даже сделал с ним совместное фото. А в 2019-м ФБР опубликовало рассекреченные документы о побеге Гитлера из Берлина. Будто бы спустя 2,5 недели после взятия немецкой столицы Красной армией, фюрер прибыл в Аргентину на подлодке. Кроме того, в отчетах утверждалось, что спасти Гитлера помогли латиноамериканские чиновники. В самих разведках все эти показания сочли недостоверными и недостаточными и не взяли их в оперативную разработку. Кстати, выбор региона для предполагаемого бегства диктатора не случайен. Южная Америка стала главным пристанищем нацистов после окончания Второй мировой. Так в начале 50-х ангел смерти из Освенцима Йозеф Менгеле крысиной тропой добрался до Аргентины, где спокойно продолжил медицинскую практику. Подробнее о том, почему Менгеле удалось избежать наказания и для чего он проводил свои страшные эксперименты над людьми, мы рассказывали в одном из наших предыдущих роликов. Что касается останков фюрера, то те в совершенной секретности находились на территории советской военной части вплоть до 70-х. Но часть было решено передислоцировать, и чтобы место захоронения Гитлера не стало объектом поклонения его сторонников, власти СССР приняли решение стереть останки диктатора в пыль. План «Архив» был утвержден лично Леонидом Брежневым.
Сначала под видом раскопок уникальной библиотеки над захоронением фюрера в Магдебурге установили палатку. Под ее прикрытием тела диктатора, его жены и Геббельсов ночью 4 апреля 70 года извлекли и сложили в специально подготовленные ящики. Их вывезли в район учебных полей саперного и танкового полков группы советских войск в Германии. Сожгли, перемололи в пепел, а утром выбросили в реку Бидерец. Уничтожено было все, кроме двух значимых частей – фрагмента челюсти и осколка черепа с дыркой от пули. Их решили сохранить как вещественные доказательства. Сейчас зубы находятся в архиве Федеральной службы безопасности, головная кость – в госархиве. В 2009 году археолог Коннектикутского университета, специалист по костям Ник Белантони, приезжал в Россию и исследовал фрагменты черепа Адольфа Гитлера. Он пришел к выводу, что кость слишком тонка для мужчины. Судя по швам, владельцу этого черепа было менее 40 лет. Выводы Белантони в 2017 году опроверг французский судмедэксперт Филипп Шарлье. Он выяснил, что по имеющимся фрагментам определить пол можно лишь с надежностью в 55%. Также Шарлье заключил, что челюсть с останками зубов совершенно точно совпадает с челюстью на рентгеновских снимках Гитлера 1944 года. Кроме того, с помощью электронной микроскопии он выявил в зубном камне остатки растительных волокон, что совпадает с тем фактом, что фюрер был вегетарианцем. Тем не менее, конспирологов настораживает тот факт, что до сих пор не была проведена генетическая экспертиза останков Гитлера. ФСБ России в ответ заявляет, что если кто-то из родственников диктатора решится на экспертизу, для этого существует официальная процедура, и никто не будет препятствовать такому исследованию, но пока никто из них в ведомство не обращался. Запросы приходят лишь от частных компаний, фондов и средств массовой информации. Да и если наследники действительно объявятся, где гарантия, что они не самозванцы? Что касается берлинского бункера, в котором Адольф Гитлер встретил свою смерть, то в декабре 1947 года советские войска пытались его подорвать, но смогли снести только перегородки помещений. В 1959-м власти ГДР начали систематическое уничтожение канцелярии и бункера, но окончательно снесли логово диктатора только в конце 80-х ради возведения жилого комплекса. Теперь над бомбоубежищем расположена парковка автомобилей. Лишь в 2006 году на этом месте появился стенд с информацией о бункере. А как вы считаете, какое наказание ждало бы Гитлера, если бы он был пойман живым? Почему, по-вашему, Сталин отказывался верить в его смерть? И какие мотивы лежали в основе преступлений Гитлера и нацистского режима? Пишите свои мнения в комментах. Но в этот раз не просто так. Авторам трех комментариев с самым большим числом лайков мы подарим приз от нашего канала – книгу Джека Роузвуда «Серийные убийцы. Мотивы и страхи самых известных садистов». В ней перечислены шокирующие факты не только о самых известных злодеях, но и о малоизвестных преступлениях. Психопаты, кровожадные доктора и каннибалы – малая часть того, что ждет вас. Торопитесь и следите за нашим сообществом. Там мы сообщим вам о результатах конкурса. Не забывайте ставить лайк, подписываться на «Теорию всего» и жать колокол, чтобы не пропустить новые захватывающие истории.